Так, парни, всем здорово. У меня для вас есть отличная новость. Новость касается навигационной системы. Сейчас я вам расскажу, как на автомобиле Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX-5, начиная с 2015 года, можно установить флеш-карту с навигацией, которая точно такая же, как у официального дилера, и стоит она в разы дешевле. Смотрите видео до конца, и вы сейчас все узнаете. Отвечу сейчас на все вопросы в одном видео. Так, народ, сейчас специально позвоню в Mazda через прямой номер их общий, на кого там, что называется, Бог пошлет, и спросим, сколько стоит официально сегодня флеш-карта с карты. А, здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто мне может подсказать, сколько сегодня стоит флеш-карта с картами на автомобиле Mazda? Подскажите, пожалуйста, как я могу обращаться к вам? Дмитрий. Дмитрий, очень приятно. Данную информацию вы можете получить в любом официальном дилерском центре. Подскажите, пожалуйста, где вам будет удобнее, я переведу звонок для консультации. На любого московского, на кого сами выберете, на того и переключите. И подскажите, пожалуйста, модель вашего автомобиля, Дмитрий? Mazda 6. Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Перевожу звонок в дилерский центр 7 на улице Введенского. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Официальный дилер Mazda компании 7. Дарья, добрый день. Дарья, здравствуйте. Кто мне может подсказать цены на флеш-карты с картами для автомобилей Mazda? Спасибо, на линии соединю вас с специалистом. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоят сегодня карты, ну, на автомобиле Mazda, флешки? Флешки или карта навигации? Ну, флешки с картами навигации. ID-карта с навигацией, 22 тысячи. 22 тысячи. А она, последнее обновление, когда было сделано на ней? Ее привезли сегодня ночью. Я понимаю, но обновление с картами не знаете, когда выходил? Я не имею права ее вскрывать и вставлять в машину. А. Смотрите, какое обновление. Но они в это она идет как запечатан. Я понял. А она же показывает, правильно? У вас есть три года на бесплатное обновление. Угу. В течение 3 лет вы можете ее бесплатно обновлять. Я понял. А она показывает пробки навигация? 3 месяца будет показывать, если ваш телефон раздает Wi-Fi. А если без Wi-Fi не будет показывать? Нет, она ваш телефон использует как роутер. Я понял, а почему 3 месяца только? Пробная версия. А потом за деньги, что ли? А дальше, да, конечно. А сколько стоит потом? А, сайт Mazda.rus. Так. Mazda.ru. Так. А, заходите в Mazda Connect. Угу. И там все читаете. И там все читаю. А флешка, она универсальна, да, она на Mazda 3, на Mazda 6, на CX-5, то есть разницы нет. На Mazda 3, на Mazda 6, на CX-5 машина, сама карта служит. То есть вы ее купили, в машину вставили, если будете продавать ее вместе с машиной. Я понял. Хорошо, спасибо она большое. Она через 100 километров прошивается под ваш ВИН. И уже в другом автомобиле она использоваться не будет. Если вы проехали километров 20, вытащили и вставили ее в другую машину, к другу, к соседу, она автоматом подцепит его ВИН. Вы ему подарили ее. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Буду знать, сейчас подумаю тогда. До свидания. Пожалуйста. Значит, познакомился я с человеком на сайте drive.ru. Я бы даже сказал, мне его порекомендовали. Я искал информацию по навигации, потому что полгода назад мы с вами общались, и вы спрашивали, нет ли каких-то вариантов поставить левую навигацию, чтобы она работала так же, как штатная. И вот этот вариант появился. Я его специально попросил, чтобы он снял видео, кусочек, и показал, как эта система вся работает. И сейчас я его вставлю, вы посмотрите, и дальше я вам пошагово расскажу, что нужно, чтобы то же самое стояло на вашей машине. Хотел бы немного рассказать о навигации, о которой я писал в блоге. Это точно такая же навигация, которую предлагает официальный дилер. Разница только в цене. Навигация представляет собой обыкновенную SD-карту. Единственное, не обязательно 16 гигабайт, достаточно 8. Главное, ну, класс 8 и 10. Тогда будет работать пошустрее. В принципе, вставляем карту в слот. Карта вставлена, можно запускать навигацию. Загрузка навигации. Вот у нас определило, где мы находимся. Все функции стандартные, как у любого классического навигатора.
Единственное, хочу заметить, что справа вы видите значок так называемого дорожного затруднения. Данные передаются без интернета. Wi-Fi выключен. Данные загружаются через радиоканал. Так что покупать отдельно функцию за 8000 в год пробок, погод и прочее не совсем, ну, совсем не обязательно. Но если есть желание, то, конечно, пожалуйста. Данные эти берутся обычно с Яндекс.Карт. То есть сервис Яндекс.Пробки позволяет их передать по радиоканалу. Но на карте мы увидим ближайшие объекты инфраструктуры. Также есть поиск по адресу, поиск объектов по названию с различными фильтрациями и навигационная информация. Если подключим Wi-Fi, то мы можем получить информацию о движении, погоде, цены на топливо, текущая позиция, если это кому-то интересно, GPS-информация, видим 7 спутников, 8, информация о стране. Это для путешественников будет, думаю, полезно. И еще? И еще теперь давайте многодетного родителя. Человека, давайте, который нас пятым поздравил, мы сегодня отдали подарок. А, да. Родить. Теперь мы хотим найти человека, у которого в семье... Я надеюсь, после просмотра видео вы так же, как и я, загорелись и тоже хотите теперь себе эту навигацию, потому что я ее себе заказал, и подробно видеообзор про нее я вам расскажу примерно к концу марта, потому что в середине марта я ее куплю, поставлю себе, пару недель поезжу, потестирую, и потом как бы дам вам полную информацию, что она может и какие функции у нее заключаются. Значит, все ссылки на данного человека я вам даю в описании, как это все происходит. Первым делом вы с ним связываетесь и вы определяетесь, какого вы города. Ну, точнее, вы ему говорите, что, допустим, вы из Казани, из Москвы, из Питера, неважно. В принципе, представители есть во всех крупных городах. Далее, определившись, в каком вы городе, он вас свяжет со своим представителем. После чего вы с ним встречаетесь, определяете сами место, где вы с ним пересечетесь. Чтобы не получилось так, что вы хрен знает откуда, он хрен знает откуда, но в целом вы живете в одном городе, то есть вы определяете место, локации, где вы встретитесь. Далее, начинается установка. Для установки нужен обязательно Wi-Fi. То есть подключается либо телефон, ну, как используется как раздатчик сигнала, как роутер, либо вы подъедете куда-то, ну, типа там МакАвто, где есть бесплатный доступ к Wi-Fi. Вторым шагом вы сразу приступаете к установке. Установка занимает примерно 15-60 минут, это с учетом того, что вы еще минут 10 там, или 5 минут, ну как пойдет, будете сами тестировать навигацию, будете тыкать, смотреть, что она у вас работает, глушить автомобиль, включать, ездить, ну, в общем, проверять на работоспособность. Когда вы понимаете, что все круто и навигация действительно рабочая, вы после этого уже производите оплату. Никаких предоплат за выезд они с вас не берут. Сначала они делают свою работу, показывают, что это действительно все по-настоящему, и только после этого вы оплачиваете. Значит, карты точь-в-точь, как у официального дилера. То же самое, что он предлагает за 22 тысячи рублей. Просто наши русские пацаны нашли, как этот Navtec, немножко. И поэтому они вам это все поставят, и все будет точно так же работать. Карты от ноября 2015 года. Они также показывают Европу, и с появлением обновлений их можно без проблем обновлять. То есть, приехав к дилеру на ТО, ничего с вами не случится. Флешка будет стоять, все будет работать, и головное устройство также будет работать. За все то время, что они ставят эти карты, косяков по установке не обнаружено. В принципе, никаких абсолют. Парни, в принципе, проверены. Все отзывы о них вы можете посмотреть непосредственно на их страницах, почитать, пообщаться с владельцами тех, кто уже поставил себе эти карты. И подчеркиваю, что можно поставить на CX-5, Mazda 6 и Mazda 3 нового поколения, которые после рестайлинга. Так, и сейчас самое главное – это цена, которая, конечно, всех интересует. Напомню, что у официала данная услуга стоит 22 тысячи рублей. Здесь же вам предлагают ее за 5000 рублей. В эту цену входит сама флешка с картами. Встреча с вами, установка тоже. Все сначала вам делают, после этого только вы оплачиваете. Поэтому вся инфа на человека будет в описании данного видео. Связывайтесь с ним, если что-то вам непонятно, задавайте у него вопросы. Ну и, конечно же, при заказе можете ссылаться полностью на меня, говорить то, что узнали о нем через меня. Я думаю, возможно, вам какой-то будет подарок, может быть, какая-то скидка. Конечно, не гарантирую, потому что я также у него покупаю. Соответственно, обращайтесь, спрашивайте. Соответственно, подписывайтесь все на канал, ставьте лайки, если эта информация была для вас полезной. Как только себе поставлю эту навигацию, потестирую, сразу закину подробный видеообзор на нее.
где постараюсь детально разобраться, что она из себя представляет, выявить все ее косяки, все ее плюсы, привыкнуть к ней и, соответственно, поделиться с этим с вами.